Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре. И вот уже заключительная финишная прямая. Два матча у нас осталось. Это матч за третье место. Хорватия против сборной Марокко и финал. Аргентина против сборной Франции. Самые внимательные заметили, что на плашке было написано полуфиналы. Просто FIFA 23 нам не предоставила даже возможности сыграть в матче за третье место. Поэтому самую приближенную стадию мы взяли. Финальную решили не трогать. Финальная для красоты на последний матч. Итак, обязательно пишите в комментариях ваши прогнозы на эту игру. Интересно будет почитать и сверить потом с реальными результатами. Марокканцы очень быстро выходят вперед. Отличная подача со штрафного. И Анауни или Аунахи. Вот, как бы будет правильно. Восьмой номер сборной Марокко забивает. Выводит марокканцев вперед. Ну а мы пробежимся по предыдущим матчам на стадии плей-офф этих двух сборных. Хорваты по пенальти прошли сборную Японии, а марокканцы также по пенальти прошли только вот сборную Испании. А в четвертьфинале хорваты все так же в своей любимой манере по серии пенальти прошли сборную Бразилии, а марокканцы выбили Криштиану Роналду с минимальным счетом 1-0. Ну и в полуфиналах Аргентина разгромила сборную Хорватии 3-0, ну а французы немножечко поменьше забили, всего лишь 2 мяча, но тоже уверенная победа над сборной Марокко. Ну а как мы видим, уже на 72-й минуте сборная Хорватии забивает, сравнивает счет, и по секрету вам скажу, игра, естественно, перейдет в дополнительное время после первого тайма. После первого, да, тайма, после основного времени, после двух таймов, у нас голевая ничья 1-1. Марокканцы имели возможность забить их, именно вот хороших моментов было побольше, но, к сожалению, не получилось. И вот он, решающий угловой в концовке встречи, в конце уже добавленного времени к дополнительному времени вот этих вот двух 15-минутных таймов, Петкович забивает вот такой вот для себя золотой гол. Ну, золотой гол — это когда забиваешь и сразу игра прекращается. Тут практически так же и произошло. Времени уже даже марокканцам отыграться не было, поэтому у нас вот такой вот прогноз, что хорваты выиграют сборную Марокко со счетом 2-1, ну и вот в дополнительное время. Друзья, всем спасибо большое за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья, всем до свидания.